Не в деньгах счастье. Попробуйте убедить в этом человека, который каждый раз, закрывая и открывая глаза, думает лишь о том, где найти кусок хлеба и как прокормить свою семью. В Галском районе есть несколько семей, которые живут именно таким образом. В селе Хиасха семья Джанико Кирия живет в маленьком помещении, с виду напоминающий шалаш, в котором вместо хотя бы обычного пола – земля, а в стенах огромные щели. В углу комнаты стоит маленькая дровяная печь, где хозяин дома готовит детям еду, и одна кровать, на которой размещаются три человека. Джанико Кирия один воспитывает троих детей. Кирия Нино – 20-летняя дочь в семье. В детстве ее отдали на воспитание родному брату. И два сына – Давид и Виталий. Ребята воспитываются без матери. Она, к сожалению, умерла, когда дети были еще совсем малышами. Мальчики получают образование в средней общеобразовательной школе села Хиацха. Младший сын Виталий учится в 6-м классе. По словам завуча, когда он впервые пришел в школу, его поведение было неадекватным, агрессивным. Рядом с ним всегда находился один из учителей, который следил за его поведением. Позже в школе открылся класс, где специально подобранные методики сумели направить ребенка в правильное русло и помогли раскрыться и развить его способности. На сегодняшний день Виталий с радостью ходит в школу и принимает участие в школьных мероприятиях. Эти дети нуждаются в помощи. Их мать рано умерла, дети были очень маленькие, и они воспитывались у бабушки, отца и дяди. Но у них была очень тяжелая жизнь. Несмотря на то, что соцработники, местная администрация, администрация школы, все вместе всегда помогаем и в одежде, и в питании, и всем, они все же нуждаются в помощи. Одноклассники его уважают и с охотой помогают ему в учебе, а на переменах они вместе играют в футбол. Классный руководитель старшего сына Давида Марика Какубава рассказала, что он очень часто пропускает школу. Это связано с тем, что он помогает своему отцу для того, чтобы заработать на кусок хлеба. В целом ребенок активный, способный, дружит с одноклассниками в хороших отношениях. Школа его очень сильно поддерживает, директор школы сюда постоянно, то есть он находится под контролем детской комнаты, социальных служб. Глава семьи рассказал нам о том, что кормит детей благодаря физическому труду и своей лошади, с чьей помощью он пашет земли. На вырученные деньги он покупает продукты питания, а недавно приобрел несколько десятков саженцев мандарина и лимона. Имеет свой маленький огород и небольшой участок, насажденный орехами. Но из-за сельхозвредителей урожая как и не бывало. Всего этого недостаточно, чтобы вырастить двоих детей. Такие дети лишены самых маленьких радостей жизни. Отец семейства мечтает, чтобы его дети, несмотря на нужду, в которой они живут, всегда оставались людьми, не воровали у соседей и зарабатывали честным трудом. И надеется хоть немного улучшить жилищные условия, провести электроэнергию, хотя бы обустроить одну комнату, чтобы зимой дети находились в тепле. Мы не можем выбирать, в какой семье родиться, в бедной или же богатой, но каждый из нас сможет сделать добро для семьи Кирия, так как каждый ребенок заслуживает иметь беззаботное детство и счастливое будущее. Анна Зарако, Илона Микава, Борис Цацуа, ГалТВ.